10 августа президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции парково-бульварного комплекса «Габала». Главе государства было сообщено, что строительство комплекса началось в мае 2013 года и завершилось в этом году. Общая площадь комплекса, созданного за счет внутренних возможностей района, составляет 10 гектаров. На территории парка, заложенного по обеим берегам, протекающей по территории города Габала реки Гарачай, питающейся лесной водой, возведены 8 мостов, 9 фонтанов, установлены карусели для детей. На территории проведена обширная работа по озеленению, построены различные социальные объекты, летнее кафе, дом чая. На территории выделен специальный участок для автомобильной стоянки. Субтитры